Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенеги. Ребята, сегодня 1 марта 2020 года. Разрешите всех вас поздравить с первым весенним днем. С первым днем весны. И пожелать вам самого-самого хорошего. Ребятка, этот рождественник, или, как его еще в народе говорят, называют декабрист, наш зацвел с ноября, в ноябре месяце 2019 года. А сегодня уже 1 марта 2020 года. Это он цветет ноябрь, декабрь, январь, февраль и начало марта. 4 месяца цветет. А рядышком... Рядышком наша красивая орхидейка. Ай, красавица. Ай, красава. Наша. Маленькая орхидейка. Ну все, ребятка. Всем до скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Пока-пока, ребята.